Друзья, здравствуйте. Я нахожусь в настоящем раю для шопоголиков в салоне «Примадонна» в торговом центре «Апельсин». Здравствуйте. Меня зовут Надежда Захарчук. Сегодня мы будем говорить о том, как выбрать верного спутника для осени и весны. Современная женщина без пальто в гардеробе – это нонсенс. Пальто обязательно должно быть, а лучше даже и не одно. Этот вид верхней одежды можно сочетать с чем угодно. Высокие сапоги, кеды, ботинки, шляпки, платки, снуды. Универсально, тепло, красиво, женственно, модно. Эпитетов может быть сколько угодно. В «Примадонне» около 2000 различных пальто. Легкие, теплые, короткие и длинные. Первое, что нужно сделать, отправляясь за покупкой, определиться, как и куда вы будете пальто носить. Первое, что мы выясняем при контакте с нашими клиентами, это их потребности. Что бы они хотели найти в нашем магазине? Изначально хотя бы определиться по длине. Потом мы уже смотрим на материалы. Классикой всегда остается кашемировое или драповое пальто, длинное и приталенное. Сейчас создаются модели, которые визуально подчеркивают бедра, при этом они очень стройнят и делают фигурку точеной. Отличные лекала. Мы попробовали в двух вариантах и двух цветах. Выглядит бесподобно. Но на волне популярности прямые пальто и стиль оверсайз. Фасон прямого пальто появился еще в 60-е и сейчас переживает вторую волну популярности. Обычно отличается строгими формами, а благодаря этому может быть как изысканным, с тонким легким платком, так и повседневно деловым. Пальто без воротника – прекрасная база для создания любого образа. К тому же подойдет буквально всем, только с длиной нужно определиться. Стиль оверсайз тоже переживает настоящий бум в мире моды. И это не случайно. Такое пальто можно сочетать с брюками и юбками, с обувью на плоской подошве и каблуком. Все зависит от фантазии. Неотъемлемая черта стиля оверсайз – визуальное размытие контуров тела. Мне очень нравится цвет этого пальто. Он освежает лицо, а за счет такого косого кроя фигура кажется стройнее. Еще один тренд – пальто без рукавов. Это своего рода безрукавка, комфортная в не очень холодную погоду. Лучше всего подойдет для начала мая или конца апреля, а также в дополнение к офисному стилю. Очень важно, из какого материала сшито пальто. От этого зависят его характеристики и цена, конечно. Для ранней осени или поздней весны подойдет легкий кашемир или драп с добавлением полиэстера или акрила. В нашей коллекции представлены пальто из разных материалов. Соответственно, и цена у нас варьируется в большом диапазоне. Ткани у нас представлены и турецкие, и итальянские, также и отечественные. Более дорогие ткани, они менее мнутся, более теплые и более, наверное, комфортабельные. Пальтовые ткани из шерсти делят на несколько подгрупп в зависимости от переплетения, состава нити и других свойств. Это драповые, камвольные, тонкосуконные, суконные и ворсовые материалы. Очень популярный сегодня стиль – минимализм. Материал – сукно, такой же, из которого шьют солдатские шинели. Очень здорово, необычно, красиво, подойдет всем длинноногим и высоким. С одной стороны, в моде стиль минимализм и милитари. С другой – яркие краски и буйство фантазии. Меховые вставки, необычные принты, всевозможные оттенки. В этом сезоне чем ярче, тем лучше. Зеленое яблоко, желтый, цвет морской волны, темно-синий. Все для ярких образов и ярких эмоций. С этим бы пальто я дружила, а зато белое, конечно, бы вышло замуж. Одни пальто подойдут для ранней осени, а вот другие можно смело носить до первого снега. Вот этот материал называется петля. Очень мягкий, уютный, теплый, словно заворачиваешься в одеялко. А еще очень приятный цвет, пастельный, нежный. По-моему, здорово.
стиль оверсайз. Как обычно, это самый популярный стиль этого сезона. Я всегда считала, что меня он полнит. И поэтому даже отказывалась мерить многие пальто в стиле оверсайз. Но оказалось, что я была не права, потому что, померив несколько пальто такого стиля, я убедилась, что даже ничего. Так что, девушки 46 размера, если у вас такой же размер, как у меня, можете смело мерить стиль оверсайз. Плохо не будет. Очень интересная модель из ворсовой ткани, стиль оверсайз, красивый, необычный воротник и укороченные рукава. Но обратите внимание, они не просто круглые, а скошенные. Красиво будет смотреться под удлиненные перчатки. Большим спросом пользуются ворсовые ткани. Они уже более теплые, более мягкие и, естественно, более приятные. Также есть чисто шерстяные вещи. Естественно, такие вещи, как ворсовые шерстяные, цена уже достаточно высока. Порядка от 10 тысяч и выше. Если добавлена шерсть альпаки, то это уже еще дороже. А это ткань букле. Тоже очень мягкая, теплая, приятная. Цвет называется «Василек». Глубокий, красивый, насыщенный. Мне кажется, к глазам идет, как вы считаете? Вообще, я себе не представляю, сколько здесь в магазине пальто разных. Поэтому перемерить все, естественно, не удастся. Обязательно спрашивайте совета у продавцов-консультантов. Они очень грамотные, они подберут то, что нужно именно вам. Иначе вы здесь потеряетесь навсегда. Границы между фасонами пальто, бушлат, шинель, трейч, редингот и другими давно стерлись. Сейчас дизайнеры экспериментируют, сочетают разные силуэты, изобретают новинки. Важны лекала, по которым сшиты изделия. Если сшито хорошо, пальто будет прекрасно смотреться на разных типах фигуры. Огромное заблуждение, когда приходит женщина и говорит: «Хочу пальто, но мне вообще пальто не идут». Потому что просто надо побольше уделить времени для того, чтобы подыскать конкретно свою модель. Женщина вообще существо индивидуальное, также и не только по характеру, но и по фигуре. Поэтому модель подбираем согласно нюансам вашей фигуры. И нельзя сказать, что только А-силуэт идет на полных женщин. А-силуэт может идти и на очень миниатюрную женщину небольшого роста. А вот так же, как и прямое пальто, подойдет очень худенькой девушке выше среднего роста под обувь на низком ходу. То есть тут все надо мерить. Опять же, это нужно просто время и желание. При Мадонне, помимо огромного выбора, еще и большой размерный ряд от 40 до 70. Так что без покупки отсюда уйти действительно сложно. Проверьте сами. Примадонна. Твое пальто для счастья.